Анонс и источник выхода третьей серии нового сериала «Диагноз везучая». Третья серия сериала выйдет на интернет-портале MOTV 30 августа. Ранее в сериале мы увидели, как один из героев, Антон, работает бухгалтером в крупной компании, которая занимается благотворительностью для детей. В очередной день рождения дочери он пытается поговорить с ней по телефону, но видит, что его коллеги убираются вон из офиса. Не понимая, в чем дело, он пробирается к рабочему месту, и его арестовывает полиция. На допросе он узнает, что деньги, которые он переводил по приказу начальника, в действительности попали на чей-то счет. Теперь кто-то обогатился на 200 миллионов. Антон не брал ни копейки, поэтому и адвоката ему нанимать не на что. Приходит бесплатный адвокат, который сразу сообщает, что в лучшем случае Антону грозит 2 года. Но это при условии, если Антон готов выплатить многомиллионный ущерб. Ситуация складывается как нельзя хуже, и герой попадает в камеру СИЗО. Третья серия сериала выйдет на интернет-портале MOTV 30 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.